بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنار العقول بنور العلم فأزال عنها غشاها والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Уважаемые братья, вы знаете, что Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. У каждого человека Аллах Субхану ва Тааля каждому человеку выделил срок в этой жизни. И когда наступает его срок, ангел смерти ни на час раньше, ни на час позже за ним не приходит, а приходит вовремя, своевременно. Также Аллах Субхану ва Тааля катаба макадир аль-халаик. Аллах Субхану ва Тааля предопределил каждому человеку в этой жизни ризк. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Валян тамута нафс хатта тастау фи арзакаха». Ни одна душа не покинет эту жизнь, пока полностью не заберет свой удел полностью. Верующий акль, разумный человек, понимает, что в этой жизни он находится в гостях, и эта дунья пройдет, и он станет перед Аллахом Субхану ва Тааля ля мухаля. То есть от этого никуда не уйти. И он, каждый из нас будет стоять в час судного дня и будет стоять перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Всех Аллах Субхану ва Тааля соберет на одно место, на один махшар. И будут люди, которых Аллах Субхану ва Тааля ведет по своей милости в рай. Будут люди, которых Аллах Субхану ва Тааля накажет в аду. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы каждого из нас Аллах вел в рай и спас нас от наказания ада. فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَعْلَمُ مَا يُخْتَمُ لَهُ. Поистине человек не знает, каков его будет конец в этой жизни. Будет в этот день очень жарко, как приводится в хадисах, то, что человек будет в поту, в своем поту, кто-то до щиколоток, кто-то до пояса, кто-то будет захлебываться в своем поту. «Иннахум яаракун аркан», как пришло в муснаде имам Ахмад, «яаракун аркан лау уджрият фихи суфун ляджарат». Имам Ахмад приводит хадис от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Будут такие люди, которые будут полностью захлебываться в своем поту, и столько будет от такого жаркого судного дня, столько пота, выделения, столько воды, если поставить корабли, они будут плыть, поэтому поту сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И будет семь категорий людей, которые будут находиться под тенью Всевышнего Аллаха, субхану ва Тааля, под тенью Арша Рахман, по тени великого трона Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Самое великое создание Аллаха, аль-Арш, трон. И под эту тень Аллах Субханаху ва Тааля заведет семь категорий людей. Приводится хадис от Аби Хурайра, рада Аллаху анху, аннаху кал, кал ар-Расул, саллаллаху алейхи ва саллям, саба'ату, прочитаем хадис, потом уже каждую категорию будем разбирать, иншаллах. سَبَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. Семь категорий людей, которые будут под тенью Аллаха в тот день, когда не будет другой тени, как кроме тени Всевышнего Аллаха. Имам Адиль, справедливый имам. Второй, شَبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, юноша, который вырос в поклонении Всевышнему Аллаху, Субхану ва Тааля. وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Два мужчины, два человека, которые друг друга полюбили ради Аллаха Субхану ва Тааля, собирались на этом и расходились на этом. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Человек, который вспоминал об Аллахе наедине, и из его глаз текли слезы. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Человек, чье сердце привязано с мечетью. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Человек, который давал садакат милостинно и скрыл это, так что левая рука не знала, что давала правая. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ مْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. И мужчина, которого позвала женщина статусная и красивая, чтобы совершить грех, он сказал: «Я боюсь Аллаха,
Господа миров. Раваху аль-Бухари и Муслим. Кто же такой аль-имаму адиль? Первая категория людей – справедливый имам. Имам – это тот, кто впереди стоящий. Это не только имам мечети, это не только правитель государства. Каждый из нас может быть имамом в своей семье. Это глава семьи. Это кто-то работает там руководителем какой-то организации. Он является имамом для своих работников. Кто-то в школе преподаватель, он является имамом для своих учеников. Кто-то в больнице главврач, он является имамом, ответственным лицом, предстоящим в этой больнице и так далее. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, первый – это кто будет под тенью Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, аль-имам аль-адиль, справедливый имам. Что такое адиль, справедливый? Аль-ма'худ мин калимат аль-идль, взято из слова «идль». Например, когда на верблюда ставишь седло, бывает такое, что одна часть перевешивает, потом ты его выравниваешь, вот это называется идль, выравнивание. Или когда у тебя с веслами ты несешь там ведра с водой, одно тебя перетягивает, ты выравниваешь, это и есть идль. Якул ибн Хаджар аль-Асқалани сказал: «Имаму аль-адиль хуа аллази йатбау амра Аллахи ва йадау кулла шейн фи мавдиъи». Имам, справедливый имам, это тот, кто следует повелению Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. То есть можно, например, есть неверующий человек, но он, например, справедливый в своем, вот в этом каком-то поступке. Например, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, посылал сахабов Хабаша в Эфиопию, сказал: «Хунака аль-хаким адиль», там есть справедливый правитель, Наджаши. В то время он не был мусульманином. То есть именно здесь имеется в виду «Ятиба амр Аллах» – это в первую очередь справедливый тот, который повинуется приказу Аллаха, субхану ва тааля. Например, человек дает садака, дает какую-то милостыню, но тем самым он не хочет повиноваться Аллаху, субхану ва тааля, а просто так это делает или делает для того, чтобы приблизиться к своим идолам. Он не является справедливым, он является притеснителем, потому что Аллах субхану ва тааля говорит: «Инна ширка ля зульмун азим», поистине многобожие ширка это является великим притеснением. Якулю Суфьян ас-Саури, Суфьян ас-Саури сказал: «Синфани иза салуха салухат аль-умма». Два вида людей: если они будут праведными, вся умма будет праведной. «Ва иза фасада фасадат аль-умма», если они будут грешниками, то и тогда и вся умма будет такая. «Кила манхум», спросили, кто же они, два вида людей. «Каль ас-султан валь-улама», сказал, правитель и ученый. Например, если правитель грешник и призывает к греховному, он будет закрывать мечети, будет открывать там алкогольные бары и так далее. И люди будут поддаваться этому. Ученые тоже, к чему они призывают, если фетвы их будут плохими, основаны на их разуме, не основаны на Коране, на сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и люди будут следовать за ними, тогда тоже они собьются. Имам адиль, справедливого имама, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, похвалил в хадисах и сказал: «Фи хадис Аби Хурейра», в хадис, который передается от Аби Хурейра, радиаллаху анху, якул: «Саласатун ла ярудду Аллаху дуааахум». Три вида людей, у которых Аллах, субхану таля, принимает дуа. Когда они обращаются к Аллаху, Аллах Субхану ва тааля принимает их дуа. Первый аз-закиру Аллаха касира, тот, кто много поминает Аллаха Субхану ва тааля. На его языке всегда поминание зикр, субханаллах, ла илаха илляллах, всегда поминает Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иджаль лисанака ратбан би зикриллах», сделай так, чтобы твой язык был мокрый от поминания Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля. Абу Бакр радиаллаху анху, когда заходил в халя, чтобы справлять нужду, брали камни в рот, чтобы там даже не вспомнить об Аллахе. Шейх ибн Усаймин рахмуллах брал свою такую одежду в рот, чтобы когда заходил в туалет, чтобы там случайно не произнести имя Аллаха субхану ва тааля, потому что на их языках всегда было поминание Всевышнего Аллаха. Второй, у кого Аллах субхану ва тааля принимает дуа, валь мазлум, притесненный человек, которого притеснили, его Аллах субхану ва тааля дуа принимает. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Уаттаки даъвата аль-мазлум, фа инна лейса байнаха ва байна Аллахи хиджаб». Бойся дуа притесненного человека. Поистине между его дуа
и Аллахом нету занавеса. И третий, «Валимам аль-Муксит» – справедливый правитель, справедливый имам. Раваху аль-Байхаки, ва хуа хадиту хасан. وقال صلى الله عليه وسلم также пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم сказал ما من امير على عشر الا وهو يؤتى به يوم القيامه ويده مغلوله الى عنقه. В судный день приведут правителя даже небольшого государства, а на 10 человек, если кто-то был управляющим и так далее, его руки будут привязаны в судный день к шее, вот так вот, вот так будут привязаны к шее. وفي رواية قال أطلقه العدل أو أوبقه الظلم رواه البيهقي. И сказано, распустит его руки его справедливость или оставит в таком положении его руки его притеснение по отношению к другим людям. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям очень тщательно за этим следил и сам старался быть справедливым имамом. Справедливым имамом пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям однажды, помните, битву при Бедре, когда было 313-317 сахабов примерно, против джейш, против такого войска мушриков 1300 человек. 317 человек против 1300 человек. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, очень сильно боялся за своих сподвижников. فبدا يدعو الله ينشل برسيد دعاء الله سبحانه وتعالى اللهم نصرك اللهم نصرك الذي وعدتني او الله твоя победа твоя помощь которую ты мне обещал. Он боялся за своих сподвижников. Тогда у них было всего 8 таких бронежилетов, как сейчас говорят же накидки, дыр называется железная кольчуги, 8 кольчуг против 600 кольчуг. Те были подготовлены к битве, сахабы не были подготовлены к битве, они шли караваном из Шама. У них было, у сахабов было всего лишь две лошади, у той стороны было 100 лошадей. То есть ясно, понятно, что меньше 300 человек просто 1300, оружия нет, ничего нет. Были изар, варида, как во время хаджи и храма одевают, в таких одеждах все. И тогда один из сахабов, Сауд бин Гузейя, они шли вот так в одном ряду, в одном сафе, Сауд бин Гузейя чуть-чуть вышел вперед. Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Ирджа я Сауд, вернись обратно, Сауд». За него напугался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что с ним что-то случится, он вышел из строя. Он не слышал, «Ирджа я Сауд, вернись, Сауд». Он не слышал. Тогда была у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, палка. Он до него дотронулся вот так по животу и сказал, «Ирджа, ирджа, вернись, вернись». Тогда Сауд бин Гузейя сказал, «Ауджа'атани, я Расулуллах». «Мне больно, посланник Аллаха. Ты меня сделал больно». Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему палку и сказал, «Игтас, отомсти, то есть ответь мне». Тогда пророк, он сказал ему, «Икшаф батнак». Открой свой живот, ведь у меня был открытым живот, у тебя закрытый. Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, кашафа батнуху шариф, он открыл свой живот, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Сауд упал, обнял его живот и начал целовать его. Обнял живот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и начал его целовать. После этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал, «Я Сауд, я Сауд, ма хамалака иля хаза? Сауд, зачем ты это сделал?» Он отвечает пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, «Я Расул Аллах, кад хадара ма тара». «О, посланник Аллах, ты видишь, что нас настигло? Это не игра, это война. То есть каждый из нас может умереть». «Фа арадту ан якуна ахра ма амассаху фид дунья джасадака, я Расул Аллах». «Я хотел, чтобы последнее, до чего я коснулся, это твое тело, о посланник Аллаха». И так оно случилось, он умер, стал шахидом. Сауд бин Гузейя при этой битве 12 человек погибло из мусульман. Он один из них, кто погиб на этой битве. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ему принесли один раз кадх лабан, такую чашу с молоком. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, попил из этой чаши молока и видит справа сидит Ибн Аббас, радиаллаху анху. Ибн Аббас, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, умер, ему было где-то 13 лет. В это время ему 6-7 лет было, маленький. Но Ибн Аббас был ученым, сахабой.
Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям при жизни сделал за него дуа и сказал: «Аллахумма факкиху фид-дин ва аллимху тауиль». О Аллах, дай ему понимание в религии и дай ему понимание тауиля, тафсира. То есть был великим ученым Ибн Аббас радиаллаху анху. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям попил, видя с правой стороны Ибн Аббас, с левой стороны сидел Абу Бакр радиаллаху анху, ва машайхату аль-Курайш валь-Ансар, и старики из курайшитов, из ансаров, которые уже седые, у кого седая борода. И тогда вот адаб, хулук ар-расул саллаллаху алейхи ва саллям, гылк, вот это вот посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, повернулся, и справедливость, повернулся к Ибн Аббасу, маленькому ребенку, и сказал: «Атазан ан абда бихим каблак?» — разрешишь ли ты мне, Ибн Аббас, чтобы я вначале им дал попить, а потом тебе? Ибн Аббас радиаллаху анху уже в 6-7 лет уже был фатин, очень умным ребенком, уже в это время сказал: «Валлахи, я Расул Аллах, ма кунту усиру би насибин минка ахад». Он сказал: «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, я не хочу, чтобы после твоего рта, твоей слюни, никто, кроме меня, пил. То есть, чтобы я взял баракат от твоей слюни, о посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям». Пример, много таких примеров справедливости, сподвижников, пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям. Не хватит времени, чтобы об этом говорить. Но один из примеров — Умар ибн Хаттаба, радиаллаху анху, когда ему отправил Муавия, радиаллаху анху, из Шама зайту зайтун, оливковое масло, он отправил Умару ибн Хаттабу и сказал: вот это пришли табарру'у бихи, то есть принесли масло, садакат, и отправил Умару ибн Хаттабу, чтобы раздать нуждающимся или продать эти деньги, поставить бейтуль-маль, то есть в тот дом, где собирали закят. Когда Умар радиаллаху анху начал сам в эти фляжки открывать, разливать, ага, кому нужно масло, приходили люди, он их продавал, эти деньги клал бейтуль-маль. И когда что-то оставалось, он до конца выжимал из этих фляжек и выбрасывал. Рядом с ним был его маленький сын и другие дети. И там что вот на дне осталось, его маленький сын брал палец в эту фляжку, все, что чуть-чуть вот так вот брал, и мазал себя на волос. Мазал себя на волос. И он, кидая вторую, 6-7 вот так фляжек, после этого Умар ибн Хаттаб увидел своего сына и говорит: «Адданта, ты, говорит, намазался маслом?» Он обрадовался, маленький его сын, говорит: «Наам, да», говорит, то есть сразу стал красивым. Тогда Умар радиаллаху анху спросил: «Мин айн, откуда ты взял масло?» Тогда он сказал, что осталось вот в этих фляжек, все равно там уже как бы ты выкидывал, это все равно бы выбрасывалось. И Умар ибн Хаттаб был справедливым и боялся чужой хак себе забрать. И от этой богобоязненности он ему сказал, своему сыну, маленькому сыну: «Ан кунта ибн амир аль-муминина таджарра'та?» — ты, говорит, взял это масло, потому что ты сын правителя? Почему другие дети не взяли, а ты подошел и взял это масло? Он сказал: «Нет, папа, что все равно это выкидывалось». «Ла, аннас яштаруна би амвалихим, ва иддахинун ауладахум». Говорит, люди покупают это за деньги и мажутся, и своих детей мажут, а ты так это взял, потому что ты почувствовал, что сын правителя. Тогда он сказал: «Ма юалиджука илля хаджам». — тебя исправит только парикмахер. И налысо побрил своего сына. Вот такой был Умар радиаллаху анху. У них было таква, богобоязнь, чтобы не взять чужой хак. Настолько они были такими. Поэтому, если мы не можем быть, хотя бы должны стараться быть похожи на них. «Ташаббаха бихим», как сказал шаир, как сказал поэт: «Ташаббаха бихим, ва иллам такун мислахум, фа инна ташаббаху билькирами фаляхун». — старайся быть похожим на них, даже если ты не из них. Поистине, когда человек старается быть похожим на праведников, то это есть спасение, то это есть успех, великий успех. Второй вид людей, о котором сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Шаббун наша'а фи ибадатиллах». — это тот молодой юноша, который вырос на поклонении Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Почему пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям выделил именно молодых? Потому что когда человек еще молодой, у него шахва, страсти более сильны. И в другом хадисе пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла тазалу кадама ибн адам хатта юсаля ан арба'а». — поистине судный день не сдвинется человек на пять, пока не будет спрошен о четырех вещах. Одна из этих вещей — аншабаби, то есть за его молодость.
Аллах Субхану ва Тааля спросит за его молодость, как он ее провел. Некоторые люди говорят, что я доживу до 30, вот такие понятия есть, до 40 лет или там до пенсии, пока погрешу, потом 30-40 лет мне будет, я тауба сделаю, уже семья у меня будет, уже все, начну правильно жить. Этому человеку в первую очередь говорим, что откуда у тебя такая именно убежденность, что ты доживешь до этого возраста? Во-вторых, откуда ты знаешь, что Аллах Субхану Тааля тебя простит? В-третьих, ты не попадаешь уже под тот хадис, о которых пророк Мухаммад саллаллаху алейхи салям сказал, что будут под тенью Аллаха тот, который вырос в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому нужно вот это прививать нам, своим детям, с детства их обучать Корану, с детства их обучать вот этому ахлаку пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Если посмотреть сахабы, как Ибн Аббас, Мусаб бин Умейр, первый посол в исламе, Муад бин Джабаль, Али радаллаху анху, Анас, они все были детьми, они вот так вот выросли с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и они самые одни из тех, которые были учеными из сахабов. Имам Бухари, сказал про себя имам Бухари, когда мне исполнилось 16 лет, он уже в это время уже знал Коран наизусть, Хафизу Китаб Ибн Мубарак, он выучил наизусть книгу Ибн Мубарака и выучил Китаб Вакия Физухт. Выучил книгу Вакия Физухт. То есть большие томы, такие вот книги выучил имам Аль-Бухари. فَلَمَّا وَصَلَ عُمْرِ 18 جَعَلْتُ أُصَنِّفُ فِي قَضَايَ السَّحَابَ وَفِي فَتَوِهِ. Когда мне было, стало 18 лет, он уже сам сказал, что я начал уже писать книги касательно сахабов, кадая их, и фетву уже начал издавать имам Бухари в 18-летнем возрасте. Имам Шафии, рахмахуллах, сказано, что «Кана юфтин наса фи нахари Рамадан, ва фи ядихи ка'сун мин аль-ма яшрабу мин». Днем в месяц Рамадан он сидел и давал фетвы, отвечал на сложные вопросы днем в Рамадане, и у него было в руках стакан воды, он пил. Тут вопрос, почему, что он не постился? В месяц Рамадан днем отвечал на фетвы. Сказано, что он еще не был балигъ, не достиг возраста, когда нужно поститься. Не достиг еще 15-летнего возраста, уже в этом возрасте ему разрешено не поститься. Он пил и давал фетвы, отвечал на тяжелые вопросы имам Шафия. Лямма кадима иля имам Ахмад, когда он пришел к имаму Ахмаду ибн Хамбалю, тогда уже они сидели вместе с учеными, с Яхья бин Маином. И когда какой-то сложный хадис был, имам Шафии давал истинбат мин хадал хадис, то есть давал хукм, выводил из этого хадиса. Имам Ахмад ходил к нему, он был молодым, еще 20 лет ему даже не было, имам Шафию, ходил рядом с ним, брал у него уроки. Тогда сказали: «Я Ахмад, а татруку маджлис Яхья бин Маин, ва таджлис инда аль-фата?» Имам Ахмад, ты оставляешь уроки Яхья бин Маина, великого мухаддиса, и сидишь около юноши, имеется в виду Шафия. Факал, имам Ахмад ответил: «Ман фатаху фикх хаза, фатаху хайран кафир». Тот, кто не возьмет фик от этого человека, от этого юноши, он ничего не взял. То есть такие были они с детства уже, они брали знания, с детства уже они были учеными. Поэтому удивляешься иногда, разные люди, вот общаешься, приходят, когда, например, ко мне одна женщина приходила и сказала: «Придет мой сын, я за него переживаю». Я говорю: «Что вы за него переживаете? Он молится, он постится, он еще молодой». Я говорю: «Что вы хотите? Мы хотим, чтобы, когда он к вам придет, скажи, поститься не надо пока, молиться пока не надо. Это мама говорит за своего ребенка. Пускай приезжает там раз в неделю, раз в году в мечеть, завозит садакат и так далее. Пускай живет, как остальные, я боюсь за него». Вот эти родители не желают счастья, в первую очередь, самим же себе. Была такая история, когда мы учились в Саудии, шейх нам рассказывал, шейх Аль-Фарис, один из юношей, он не сказал, в какой стране, но Аллаху а'лям, в одной из мусульманских стран это произошло. Его звали Маджид. У него отец очень богатым бизнесменом этого города был. И очень такой отдаленный был от религии. А его сын, юноша, 15-16 лет, может быть, очень сильно любил Аллаха, субхану ва та'аля, ходил в мечеть на все 5 намазов. Рядом с домом была мечеть. Изучал Коран. То есть, альхамдулиллях, к этому такой был набожным.
И отец его не молился. Он всегда, когда азан говорили, он стучал в дверь отцу. Пойдем мы, папа, вместе молиться. Это не придуманная, это настоящая история, которая есть, субханаллах. И ты удивляешься от этого. Пойдем молиться. Иди, иди, не нужно мне. Что ты тут? Что у тебя за одежда? То есть одежда такая красивая была. Давай как бы измени себя, с кем ты ходишь. То есть отец хочет, чтобы он с грешниками ходил, чтобы... Потом уже до того он его как бы рассказывает, что отец отца достал вот этими вот, что отец его уже как бы начал бить и пошел к имаму мечети. Что вы сделали с моим сыном? Маджид, я отец Маджида. Что мы сделали? Ничего, альхамдуля, ваш сын очень богобоязненный, не пропускает ни одного намаза, плачет во время намазов. Ваш сын учит Коран, уже 16 джузов выучил. Тогда он взял и плюнул лицо этому имаму. Сказал, вы испортили мне сына. Был у него племянник, такой грешник. Он говорит, иди, возьми моего сына, слетайте куда-нибудь за границу. Тогда он его уговорил, поехали. Он не хотел уезжать, поехали, съездим в Индалусию, съездим в Испанию, посмотрим там Athar al-Muslimin, вот это вот, как там, вот эти вот следы ислама, которые остались. Под таким предлогом уговаривали, поехал. И он его всегда хотел сбить с этого пути. Он читал намаз в комнате. Он его по вечерам, этот его двоюродный брат, получается, ходил на дискотеке. «Пойдем со мной». И так, и так, и так его долго он терпел, долго терпел. Но было ему тяжело, и он сбился с этого пути. Сбился с этого пути, пошел с ним. Первое, что сходил на дискотеку, уже так Аллаха не поминал. Оставлять начал намазы. Оставлять начал намазы. Потом начал уже курить, начал уже пить, делать зина. Потом уже ему дали траву какую-то, он покурил, ему очень хорошо от нее стало. Он еще начал, это дорого стоит, отцу начал звонить, папа, отправь мне 5 тысяч долларов. Отец ему обрадовался, о, хорошо, как бы сын уже изменился, отправляет ему 5 тысяч долларов. Время проходит, уже переходит на наркотики, на героин, более тяжелый. И так вот, папа, отправляй мне деньги. За него он напугался. Они еще продлили визу, там 3-4 месяца прожили в Испании. Потом уже, когда вернулись, он уже так похудел, так он болеть начал, его сын. И приехал отец его встречать, думает, сын мой изменился. И он не нашел своего сына. Прическа непонятная какая, разукрашенные волосы в зеленый цвет, дырявые штаны. То есть такой уже... И он видит, как бы, и самое интересное, что рассказывает, когда его брат, двоюродный брат, сажал его в самолет, он хотел еще получить дозу наркотиков и кричал, весь полет кричал, пока не летели в самолет, дайте мне еще, дайте мне еще. Когда приехали, отец не узнал своего сына. Отец не узнал своего сына, и он начал уже потайными путями приносить наркотики своему сыну, потому что он не мог успокоиться. И когда уже его начали лечить, тут лечит, не он его лечит, здесь лечит, он через какое-то время, что отец отказался уже, все, все деньги на него потратил на наркотики, он уже как бы от этого, то, что отец ему не дает деньги, убил своего отца, убил свою маму. И потом говорит, шейх рассказывает, что, он говорит, я знаю, как бы его посадили в тюрьму. Самое интересное, что когда он уже ходили, на похоронах был, упал на колени своих родителей и плакал, и говорит, папа, что ты со мной сделал? Папа, что ты со мной сделал? Поэтому мы должны понимать, что «Ан-наджа фи ибадатилля» то, что когда человек спасается от всего плохого, от всего дурного, это когда он вспоминает об Аллахе, субхану ва та'аля. Если человек знает, что Аллах, субхану ва та'аля, запрещает, если Аллах, субхану, человек придерживается этого, если человек знает с детства, что Аллах, субхану, разрешает, к чему призывает, то тогда и он будет счастливым, и его семья будет счастлива. И те, кто не познал Аллаха, субхану ва та'аля, еще, то многое потеряли. И они должны, наоборот, просить тауфик за своих родителей, за своих детей, чтобы Аллах, субхану ва та'аля, сделал их лучше, чем сами родители в поклонении Аллаху, субхану ва та'аля. Тут же другая же история. Один из мальчиков, ему в 3 классе в Саудии учился. Его учитель в школе преподавал, потом в университете рассказывает, что очень был набожным. То есть в 3 классе, там, 10 лет мальчику, субханаллах, такая набожность, у взрослых даже не видно ее. Когда он постоянно поминал Аллаха, субхану та'аля, когда кальбу ракик, у него мягкое сердце было. Когда поминал Всевышний Аллах, субхану та'аля, плакал. И мы поехали на умру. А у него плохое зрение было.
толстые-толстые очки носил. Его брали за руку, он не видел во время тавафа, во время Сафа и Марва, не видел путь. И сказал, что если тут термосы с замзамом, остановите меня. Он взял эту воду, и смотрите, какая искренность перед Аллахом, и сказал: «Я Аллах». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Замзам бима шуриба ляху». Замзам, с чем пьешь, это Аллах, субхана ва тааля, принимает. Вы слышали, наверное, имам Джазари. Ибн Джазари, он, который Дурра, китаб написал в 10 каратах по Корану. Его отец пил замзам с ниятом, чтобы его потомство было праведное и ученое. И такой вот у него сын родился, великий ученый Ибн Джазари. Он с таким ниятом пил замзам. И этот тоже мальчик взял замзам. Сказал: «О Аллах, субхану ва тааля, ты меня видишь. Ты даешь зрение, ты забираешь. Руддали басари. Верни мне мое зрение». То есть, и он выпил этот замзам. И тут же закрыл: «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» И начал хорошо видеть. Взял эти очки, выкинул. Ему говорят друзья: «Ты, говорит, ничего не выбрасывай, очки оставь, субхан, как без очков?» «Не, Аллах, субхан, вернул мне зрение». Такие вещи есть. Это как он искренне верит в Аллаха, субхан ва тааля. Аллах, субхан ва тааля, так ему и отвечает. Следующий вид людей, которые будут под тенью Аллаха, субхан ва тааля. «Раджулян тахабба филлахи иджтама алейхи ва тафаррака алейхи». Два человека полюбили друг друга ради Аллаха, собирались на этом и расставались на этом. Знаете, братья, есть несколько видов любви. Например, человек кого-то любит, например, что он всегда шутник хороший и любит к нему ходить, чтобы там послушать какие-то анекдоты. Это не любовь ради Аллаха. Или кто-то любит из-за денег кого-то, идет к нему, хорошо к нему относится, когда у него ничего нету, оставляет его. Это не любовь ради Аллаха. Любовь ради Аллаха, когда ты с братом познакомился в мечети, на умре, на каком-то собрании, когда ты его любишь, потому что он читает пять раз в день намаз, когда ты его ты любишь, потому что он читает Коран, потому что он постится. Вот это вот именно любовь ради Аллаха, субхану ва тааля. Есть другая любовь, мухаррама, запрещенная ради греховного. Например, кто-то любит своего друга, потому что вместе с ним выпивает. Собутыльник. Вот этот он его любит. Это мухаррам, это харам. Это уже любовь мухаррама. Поэтому любящие друг друга ради Аллаха, Аллах субхану ва тааля, хадис аль-Кудси сказал: «Аль-мутахаббуна фи джалали лахум манабиру мин нур, ягбитухум ан-набийуна ваш-шухада». Любящие друг друга ради меня, в судный день им будут уготовлены мимбары, вот такие вот мимбары из нура, из света, которым будут завидовать пророки и шахиды. «Файюнади Аллаху яум аль-Кияма, айна мутахаббуна фи джалали». В судный день Аллах субхану ва тааля будет кричать и скажет, Аллах субхану ва тааля воскликнет: «Где любящие друг друга ради меня?» «Аль-яума удзилюхум тахта дзилли, яума ля дзилля илля дзилли». «Сегодня я их укрою своей тени. Сегодня нету никакой тени, кроме как моя тень». Поэтому любовь ради Аллаха – это не когда ты любишь ради денег кого-то, что у него много денег или у него такой-то статус. Когда ты любишь своего брата, у него ничего нету, может быть. Ты его любишь просто то, что он любит Аллаха, субхану ва тааля, и посланник Аллаха. Вот это и есть искренняя любовь. Недавно здесь один наш брат, не будем говорить из какого государства, он здесь учился, к нам ходил на уроки лет 6 назад, Султан. Через одного брата меня нашел и сказал, что его отец здесь в одном из посольств работал, богатого государства, шофером работал. $1500 получал, 7 детей, он их отправил в Египет, на эту зарплату они жили. Отец у него умер, 49 лет, заснул и не проснулся. Он говорит: «Папа очень сильно устал, то есть ему не давали выходных, постоянно без выходных работал, то есть вот так вот, постоянно он как рабочий такой лошадкой был». Говорит: «Отец у меня умер, как его похоронить?» Ну, мы через муфтия там связались с ритуальными услугами, которые это все делают, там все полностью стоимость, там 100 тысяч рублей, там и могила, и его помыть, и в кафен замотать, и забрать машину, отвезти, примерно вот такие вот суммы. Самое интересное, что до этого он лежал несколько дней в морге. Потом, когда уже начали мы вот этот процесс, должны были в пятницу джаназа почитать намаз, потом это еще продлилось, это, и вот с этой женщиной из муфтиаты, Халида ее зовут, она говорит: «Самое интересное, что из посольства никто ни разу не приехал в морг за 10 дней и не посмотрел, не узнал, как и что». Когда с работником посольства разговаривал, он говорит,
любимый наш был, мы его любили и так далее. Но самое интересное, что никто ни разу не пришел, потому что он не их гражданство. И, субханаллах, когда его сын приехал, потом он что-то пропал, и они его похоронили. Говорят, все, мы папу похоронили. Я говорю, мы же должны были его в пятницу похоронить. Нет, мы не успели. Потом еще оказалось так, говорит, у нас бы не было быстро. Мы его, говорит, похоронили в субботу. Вот в эту прошлую субботу. Я говорю, кто был на похоронах, как похоронили? Я, говорит, мыл его один. Хранили мы его с мамой, больше никого не было. Я говорю, ни один человек не пришел из посольства. Нет, ни один человек не пришел из посольства. Ни один человек, это была суббота, выходной день, ни один человек не пришел из посольства. Самое интересное, говорит, когда я пришел, зашел в посольство, посол сказал, что ну мы там дадим тебе, там незначительную сумму вам дадим, как вот соболезнование. Он говорит, а почему так мало? Говорит, у нас как бы папа там больше даже зарабатывал. И он ему открытым текстом сказал, что ты хочешь, твой отец всего лишь водителем был. Если бы, тут задается вопрос, мне кажется, у каждого такое, наверное, если бы тут ты был бы судьей, и за это бы судили, за эти слова, мальчику сказать такие слова, только отца потерял, приехал издалека, похоронил один, и ты такие еще ему слова говоришь, если бы за эти слова бы судили бы, был бы, выносил бы ты приговор, наверное, бы вынес бы этому человеку, и если бы ты нашел бы оправдание в шариате за это, наверное, чтобы этому человеку язык отрезать за такие слова. Но, к сожалению, за это и не судят, и за это оправдания этому никакого нету в шариате. Поэтому здесь оправдания в этом шариате нету, чтобы резать язык. В шариате в этом оправдании нету, чтобы резать человека. Теперь, что, к чему это мы все приводим? Что вот религия на сегодняшний день вот осталась, там делится он такой-то национальности, этот хуже, чем его национальности, как он считает, этот богаче, этот такой-то. Вот этого в исламе нету. Ислам далек от этого. Поэтому любовь, она должна быть ради Аллаха, субхана ва та'аля. Любить мы должны ради Аллаха, субхана ва та'аля. Следующий человек, это тот, раджулу кальбуху муаллакум биль масаджид. Тот человек, у которого чье сердце привязано с мечетью. Это тот человек, который любит находиться в мечети. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал, «Аль-масджиду бейту кулли таки». Мечеть – это дом каждого богобоязненного. Также сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, когда он переселился в Медину, первое, что он сделал, построил мечеть. И сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, «Ман ата аль-масджида кана дайфан лиллах». Тот, кто пришел в мечеть, он стал гостем Аллаха, субхану ва та'аля. «Фахуа заиру Аллах». В другом ривайте сказано, что он тот, кто посетил Всевышнего Аллаха, навестил Аллаха, فَحَقٌ عَلَى زَائِرْ أَنْ يُكْرِمَ الْمَزُورِ. И хак у того, кого его посетили, чтобы он наградил того, кто его посетил. То есть Аллах Субхану награждает. Поэтому здесь, в этих мечети, в домах Аллаха Субхану ва Та'аля, есть тоже хак, есть адаб. Первое, когда человек заходит в мечеть, Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал, «Ида дахла ахадукум масджида, фаля яжлису хатта юсалли ракаатейн». Если кто-то из вас зашел в мечеть, пусть он не садится, пока не прочитает два ракаата намаза, приветствие с мечети. И его сердце должно быть привязано, он должен любить. Когда он зашел читать намаз, ждет другой намаз. Есть люди, у которых сердца привязаны с футбольным стадионом, например, у кого-то привязано сердце там, клубом каким-то. По выходным он ходит в клубы, уже ждет следующих выходных, чтобы опять. А этот именно человек, у которого чье сердце привязано с домом Аллаха Субханаху ва Та'аля. Чье сердце привязано с домом Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. Также, когда мы приходим в мечеть, уважаемые братья, должны ценить каждую минуту в домах Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. «Фи буютин азин Аллаху ан турфа'а ва идкара фиха смух, юсаббиху лаху фиха бил гудуви вал асаль, риджал, ла тульхихим тиджарату, ва ла бейн ан зикри Аллахи, ва икаму ссалати, ва итаи зака, яхафуна яума, татакаллабу фихи лкулубу вал абсар». Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля в сурат Ан-Нур сказал, что в домах Аллаха Субханаху ва Та'аля должно подниматься, возвеличиваться его имя Аллаха Субханаху ва Та'аля. Те, кто заходит в мечеть, Аллах их назвал риджал, мужчинами. Они их не отдаляют от поклонения, от поминания Аллаха Субхану ва Та'аля, ни торговля. Они их не отдаляют от чтения намаза, торговля их не отдаляет от этого, от выплаченного заката им не мешает их торговля. Почему? Яхафуна, яума, они боятся того дня, татакаллабу фихи лкулубу валь абсар, когда будут прыгать от страха перед Аллахом сердца и зрение.
Также человек, он должен здесь уважать своего брата. Когда идет хутба, некоторые братья говорят, что кто-то там по телефону переписывается, кто-то разговаривает. То есть это не должно быть. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, касательно хутбы сказал: «Фамен лага фаля джума'ата ля». Тот, кто сделал бесполезное действие, как будто для него нету джума'а. Ему не записывается награда джума. Просто так он сделал бесполезное действие, что он сюда пришел. Также бывает, человек иногда открывается у него аурат, поэтому должен быть тоже самую лучшую одежду должен человек стараться одеть. Аллах Субхану Таля говорит в Коране: «Худу я худу зина такума инда кулли мазджид». Украшайтесь, самую лучшую одежду одевайте, когда заходите в мечети. Именно такая одежда, чтобы покрывала аурат, хороший запах, чтобы был от мусульманина. Также не теснить другого, не толкаться. Кто опоздал, садиться там, где себе нашел место, не перепрыгивая через голову. Вот это адаб аль-масджид. Следующий вид людей, которые будут под тенью Аллаха Субхану ва Та'аля: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Это тот, которого женщина статусная и красивая позвала его совершить грех, а он сказал: я боюсь Аллаха, Господа миров. Посмотрите, здесь не он ее позвал, а она его позвала. И потом, какая женщина необычная, красивая женщина, у которой есть статус среди людей, и она его пригласила на харам. То есть все ему ключи, все двери открыты для харама, но он останавливается и говорит: «Инна хафу Аллаха, Раббаль Алямин». Как сказал Юсуф, алейхиссалям, когда сказала ему супруга Азиза, сказала: «Хай талек», то есть «иди сюда». Он что? Он сказал: «Я боюсь Аллаха, Субхану ва Та'аля». «Каля сиджну ахаббу илей мимма ядуунани илей». Когда она ему сказала, что «я тебя за это посажу в тюрьму, если ты мне, ко мне не ответишь», «О Аллах, тюрьма для меня любимее, чем то, к чему она меня призывает». Поэтому здесь не только Аллах Субхану ва Та'аля так создал человека, что у него есть шахва. Когда Адама, алейхиссалям, Всевышний Аллах создал и вел его в рай, и в раю «ма ла айнун раат, ва ла узунун самиат, ва ла хатара аля кальб аль-башар», то, что в раю, то, что глаз не видел, то, что ухо не слышало, и человек такую даже красоту не может представить, несмотря на это, его сердце не успокоилось до тех пор, пока Аллах создал ему пару, Хавва, алейхиссалям. И вот здесь вот это как мужчины, так и женщины должны бояться Аллаха в этом вопросе. Не разукрашиваться перед другими мужчинами, не брызгаться там какими-то духами, чтобы другой мужчина ее понюхал, прочувствовал, чтобы она не должна быть причиной ашахавата брата мусульманина. И также мусульманин не должен быть причиной, чтобы женщина была, чтобы он был причиной шахавата для женщины. Есть для этого путь халяльный, это называется никах. Поэтому Аллах Субхану ва Та'аля в Коране говорит: «Ва ля такрабу зина», не приближайтесь к зина. Не сказал «Ва ля тазну», не делайте зина, не приближайтесь. То есть не делайте все те вещи, которые призывают вас к зина. И здесь человек должен знать, у него в сердце должно быть та'зим, хурумат илля. Именно он должен возвеличивать запрет Аллаха Субхану ва Та'аля. «Ва ман юъзим хурумат илля», Аллах Субхану ва Та'аля в Коране говорит, тот, кто возвеличивает запрет Аллаха, то, что это харам, он от этого отдаляется. Следующий вид людей: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Человек, который дает садака скрыто, так что левая рука не знает, что дает правая. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: صدقة السر تطفئ غضب الرب. Скрытая садака, милостыня, оно гасит гнев Аллаха субхана ва тааля. Поэтому человек говорит: «О Аллах, я где-то совершил грех. Я тебя слушался. Может быть, ты держишь на меня свой гнев. И между тобой и Аллахом, субхану, ты делаешь скрытый в садака. Много это или мало, сколько у тебя есть возможностей, знай, перед кем ты это делаешь, величай его, и тем самым желай, чтобы Аллах, субхану ва Та'аля, не гневался на тебя». Поэтому «Калю, я Расулуллах, ма афдалу садака». Сказали пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям: «О посланник Аллаха, что наилучший садака?» قال صلى الله عليه وسلم أنت تصدق وأنت صحيح شحيح. То есть когда ты даешь садака, ты صحيح شحيح. То есть أي تخاف الفقر وتأمل الغنى. Ты боишься бедности и желаешь богатства. То есть ты не богатый, у тебя самого там, может быть, иногда не хватает. Именно вот в это время, когда ты даешь вот это самое лучшее садака, сказал пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم. Когда человек болеет, конечно, тоже в этом есть баракат.
он преодолеет, но даешь, чтобы вылечить, но именно самый лучший садака, когда ты здоровый. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Анфик я, ибн Адам, юнфик алейк». «О, сын Адама, давай садака, Аллах тебе это возместит». Поэтому Аллах, субхану тааля, в Коране говорит: «Уама тунфику мин хайрин фахуа юхлифу, вахуа хайру раззикин». Что бы вы ни тратили на пути Аллаха, Аллах это вам вернет, и он лучший из тех, кто дает ризк, субхану тааля, потому что ризк он бияди Аллахи, субхану тааля. Также садака очищает твое богатство. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит пророку Мухаммаду: бери их с богатства садака милостину, через это ты очистишь их и очистишь их от верховного, и очистишь их богатство. Также приводится, что от Аби Хурайра радиаллаху анху, от Аби Хайра радиаллаху анху, аннаху рава ан Уқба ибн Амир. أبي خير بروايد حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن كل مرين في ظل صدق في ظل صدقته يوم القيامة. Каждый верующий в судный день будет находиться под тенью своего صدقه своей милостины в судный день. قالوا فكان أبو الخير راوي الحديث لا يمر عليه يوم إلا تصدق ولو بشيء يسير. И вот этот, кто приводит хадис Абу Хайр, ни одного дня после этого у него не прошло, чтобы он не давал садака. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы стакан воды, если ты кому-то дашь. То есть маленькое даже что-то дашь, нужно стараться, чтобы каждый день это стараться давать Аллаху, ради Аллаха садака. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, сказал: «Фаттаку нара валау бишикки минат тамр». Бойтесь Аллаха, бойтесь ада хотя бы половинкой финика. Поэтому также из видов садака, когда, например, бывает на базаре, человек бедный что-то продает. Там, скажем, изюм продает или фрукты продает. Ты знаешь, что он накинул чуть-чуть себе там 50 рублей, 100 рублей. Он бедный, он нуждается. Ты, если не будешь с ним спорить, чтобы он тебе вот эти 100 рублей, которые он сам зарабатывает, после этого кормит свою семью, своих детей, у тебя есть возможность, конечно, если он не завышает совсем цену, ты с ним не споришь и даешь ему, сколько он просил. Это тоже ученые говорят, как садака. Также из садака, когда ты тасуик либо ваат аль-факир, когда у тебя бедный человек попросил, чем что-то он продает, там миски, например, помоги мне там продать, помоги мне там, предложи своим братьям, вот это тоже есть садака. Также наилучший садака – это когда человек раздает воду. И, например, аль-хамдулиллах, тут некоторые братья у нас зимой чай раздают. Вот это вот из лучших садака. Кисса Абдулла ибн Хаким. Абдулла ибн Хаким – один из мухаддисов, صاحب المستدرك. То есть если сказано и раваль хаким фил мустадрак, ривайат приводит хаким в книге мустадрак, это есть вот этот вот имам Абдулла аль-Хаким. Говорится, что у него были сильные болячки на лице. И когда он их лечил уже несколько лет, они не приходили. И сказал своему шейху Аби Усмане Сабуни. Тогда он говорит: я год-два года лечу свое лечу лицо от болячек, оно не проходит. На что ему сказал Садиу лака, لكن اسقي ماء باردا للناس يرحمك الله ويشفيك. Однако раздай прохладную воду в жаркий день мусульманам, и Аллах субхану тааля тебе даст исцеление. И так он сделал такой небольшой ручеек, небольшой колодец. Оттуда люди брали воду, пили, умывались, и не прошло несколько дней, как Аллах субхану тааля дал ему шифа. Также Абдулла ибн Мубарак, у него были тоже болячки на ногах. И он их лечил, они не приходили. И когда ему сказали, чтобы он построил колодец, он вырыл колодец и построил колодец. Те, кто построили, заплатил им за это. После этого его болячки на его ногах прошли. Поэтому также из лучших садака, когда ты даешь своим близким, например, у кого-то сестра нуждающаяся, ей отдаешь. Или знаешь, у этого человека есть долги, закрываешь за него. Это вот это вот именно самый наилучший из садака перед Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Дай Аллах Субхану ва Тааля нам баракат, чтобы мы из того, что мы слышали, взяли фаиду, и чтобы Аллах Субхану ва Тааля каждого из нас, иншаллах, укрыл тенью судного дня в тот день, когда не будет никакой тени, как кроме тени Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля.